Короче, если быть коротко, судя дополнение в том, что возник конфликт двух сторон. Сука. Отъебались, блять, долбоёбы. Вы нашли бус? Так точно. Подберите ее телекинезом и несите ко мне. Бус можно и на землю бросить. Замечательно, Петри. А теперь отдайте бусу Терентию. Я пока извлеку из носителя все коды, а да, и помогу вам с пушками. Заберите секатор Терентия, окей. Это типа вместо пулемета, что ли? Хотя вряд ли. Вот теперь давайте играть. Секатор. Это пулемет! Блин, охуенно, у меня пулемет, блядь. Только с кодами доступа. Вот возьмите. Они откроют вам шлюзы комплекса. Ебать, они здесь что ли? Сука, пиздец, пиздец, ебать. Давай, блядь. Ловись, сука. Неплохо. Буф, а раструбы. Найдите ближайший раструб, принесите туда пойманную буф. Профессор, прием. Мой позывной Рубин. Можете обращаться ко мне в эфире так. Рубин. Вы нашли носитель? Бус у меня. Направляюсь в загрузочное помещение. Конец связи. Судя по отдельному цвету, это носитель. Осталось его поймать. Ух, бля. Отлично. Чего, блядь? Тебя еще не убили, крысёныш! Ты? Да лети ты своей дорогой, я тебе уже на Кондоре все сказал. Сукин сын! Я до тебя доберусь, вот ты странный. Я устал от всего этого. Слушай, скажи, что с тобой не такая? Сбой был устранен. Где войска, где контроль коллектива, где Аргентум в конце концов? Отряд Аргентум? В преддверии запуска проекта «Атомное сердце» был разослан по всему миру и прямо сейчас находится довольно далеко отсюда. Отчасти поэтому он не мог предотвратить предыдущий сбой коллектива, устроенный предателем Петровым. Занятые люди. Не ерничайте, майор Сергей. Да куда уж мне, не до этого. И что у нас тут? Подлечились и откроем. О, мы заходим в комплекс. Все, мы по сути зашли в комплекс Менделеева. Все, заходим в него. Итак, мы пробыли в комплекс Менделеева. Нет, это твоя психушка. Погнали. О! Это ж комната с... Элеонора? Элеонора, это ты? Серьезно? Стоп. И правильно делай. Ебанутая, потому что ты больно. Что? Бусы искал. Полимерные. Тебе понравится. Говорят, свихнулась ты, а бусы помогут тебя починить. Кто это сказал? Злобная бабка или занудный старикан? Не верь ни единому слову. Не буду. Они заблуждаются, ты не сумасшедший. Просто за странность. Обожаю тебя, любимый. Что ты собираешься делать с бусами? Тебе подарю. Бусы же. Загрузим их прямо в тебя. Для надежности. Ты же не будешь против? Ох, я схожу с ума от восторга. А когда? Когда ты мне их подаришь? Да вот выловлю по одной и подарю. Это будет легенда. Подожди, подожди. Да, милый, да. Ну, мы поняли, да, Пекки. Так, давай сюда работать. Давайте модернизироваться. Давайте, чтобы было побольше. Хилок побольше. И пизды.
секатора. Какие улучшения у тебя могут быть? Значит, улучшить. Блять, ресурсов не хватает. И по поводу перчатки. А, это именно про время. Шок. Так, у меня шок весь прокачан. Персонаж весь прокачан. Энергия прокачана. А вот стужа массовый телекинез примерно бросок непонятно. Бля, королева на боку. На заднем плане музыка сыграла. Окей. Как-то так. Примерно еще защищайтесь от вражеских атак и контратакуйте. Okay. Вот такая встреча с Эленорой. Общепит. А что в общепите? О, ты вернулся. Плющик, ну здорово. Скучали. Да, а я в рот его ебал. Бодаются. Бычки. Чё, блядь? Да действительно, чё, блядь? Ебите его нахуй. О, они сейчас заберутся в единого босса, да? А, ну не так. Ну и лох. А, типа все, они таким образом смирятся. Бус А. Соединенный бус А, равно как одиночный, уязвимый к попаданию по слабым местам. Чтобы победить соединенный бус А, сперва следует разъединить, атакуйте их слабое место. Ой, блядь, а зачем прыгать-то? Вот скажи, нахера ты меня подкинул? Да это не я, мамой клянусь. Мамой он клянется. Сейчас будешь мне жопы молиться. Так просто не выложишь. Упасть, пиздец. Да неужели? Упасть, пиздец. Сука. Я ебал. О, я это разъединил, плохо. Бать. Так просто не выйдет. Сука. Стоп, стоп. Они его порвали? Да бля. О, дверь открылась, дверь открылась. Стоп, 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 стоп. Если дверь открылась, я бегу туда. Я первым рейсером, если что. Доп! Нет, это был тупик. Вот ладно, бегать надо, ладно, ебать. Блять, я застреваю. Ебать. Опа. Ебучие дорогие. Как их ловить? Они носятся от меня, как ошпарен. Вот это музыка нравится. Я, конечно, не спец по кухне, но здесь явно нужна уборка. Здесь явно нужно, чтобы ты заткнулся. Здесь явно хватает экшена. Это уж точно. Блять, вы всегда так общаетесь, как шизы. Это называется классический монолог человека. Это называется «Мне пора в стационар». Охуенно. Видите, ебать, какой я нахуй. Я просто зверь, сука. В сравнении с вами, ебать. Ебать, сука. Всех вас. О, это шо, блин? Что это было? А, что это было? Это что было особо интересно, блин. О, сука.
Сука. Ну выходите, суки. Пришаем вас, блядь. Все? Нет, не все. Вот это я монстр, конечно. Живая жесть, просто вообще. Вот такая вот драка в столовой. Не то, что в школе бывало, да? Кого-нибудь. Пойдем со мной, пиздюк, ебаный. Но меня пытался натравить всех, кого можно было, да? Ой, бля! Ой, бля! Ой, тут, бля! Еще не все, да? Нет, не все. Пиздец, конечно. На! Сука, стой! Ибо ты злой. Да потому что уже невозможно. Что у нас тут? Так, а что у нас тут? Послушайте, ну о чем спорить? Как минимум разумно уничтожить искусственный интеллект, если есть хотя бы один шанс из тысячи тысяч, что он сместит человека с вершин эволюции. Это просто здравый смысл. Опять 25, ну что такое? Да, Искин может занять место человека, это неоспоримый факт. Вопрос лишь в том, хватит ли человечеству ума самому шагнуть выше своей ступени. Если человек глуп и этот шаг совершить не сможет, то ему и Искина дожидаться не обязательно. Машинное сознание нам не враг, а стимул, конкурент. Ну, товарищ Лебедев, это же просто идеализм и халатность. Тишина, товарищ. О, спасибо. Мне нужны сутки, чтобы разобраться с вашими, так сказать, выкладками. Я приму решение завтра. Спасибо за проделанную работу. И да... Сокращение Искин мне нравится. Сообщите Привалову в Академии, пусть ведет в общую терминологию. Интересно. Голос какой-то не очень знакомый, действительно. Вот интересно, вот как раз вой, который мы слышали, вот про них здесь сейчас идет речь. Либо это какая-то мутированная корова, либо вот эта репа мутировавшая. Либо ты в 3 часа ночи. Что-то одно из двух. О, что-то это тут. Ничего себе. Коррекции самоаналитических систем вызвали сильные изменения архитектуры сети. А, так нет, слишком заумно. Попроще так будет. Наш искусственный интеллект стал подозрительно любопытен. И говоря подозрительно, я не имею в виду ничего негативного. Он стал словно ребенок. Трогает все, тащит в рот, запрашивает данные, которые его не касаются. Только ребенок растет несколько лет, а он растет не по дням, а по часам. И у него или у нее появляется настоящий. А, они про нее говорят. Который никто не программировал. Ибо ты стукнулся, конечно. Это не чья-то глупая шутка, как уже бывало. Мы, товарищи.
чудовище наблюдаем процесс зарождения истинного сознания. Нового живого существа. Почему это на кухне? Съесть ее хотели, представляешь? Да я вижу. Ты же знаешь, какие бывают ремшкафы вкусные. Нет? Их можно жарить и варить. Теперь, кажется, я схожу с ума. Вот и не бези мне тут. Я из-за тебя знаешь, как уже схожу с ума. А уж как Даймона слышу, чуть в истерику не впадаю. У вас сгущенка. Давно не виделись. Что-то я, по-моему, застрял, и, по-моему, это из-за бага. Видишь, ты уже раздражаешь даже весь комплекс. И мне пришлось заново перебрать эту миссию, потому что, судя по всему, это связано именно с багом. Вроде эта штука и вот этой нет уже больше. То есть, вот что тогда это было связано с багом. Ах ты ж пидорас. Кус дерьма-то кусок. Куда мне относить? О! Сюда, неплохо. Блять, опять во что-то лапкой вляпался. Что это за липкая санина? Так, что началось? Я уж человек, я гусь нахуй! Ебать. Ёжбаная ты подзалупа, Нечаев! Ну и уродша ты! Вот именно. Наконец-то, блин. Это третий. Очаровательно. О, у нас новый... Неплохо. Битва мне весьма понравилась. Единственное, что огорчило, что... Ну... Ладно, там, если там она сложная. Меня огорчило то, что мне пришлось заново перепроходить, просто потому что случился какой-то баг. Спасибо про лягушек, но я должен идти, все. Вот и произошли на предприятии несчастные случаи. Сыгры. Искусство требует жертв, милый. Че за пиздец вообще? Блять. Да мне пофиг, я танк. Вот это, блять. Так надо, блять. А вот теперь что-то мне стали щедро давать скилку. Не знаю, почему. Больны, потому что ты боль. Наконец-то атака продолжается. А то я думал, что на этой битве я как-то застрянул, если честно. О, 100 лет не видели таких замков. Ай. Сейчас. Не сложно. Не нравится. Ладно. Кто-нибудь тявкает? Тяф-тяф. А, вы же опять, да? Теперь я умею, блин, распоряжаться всем, чем можно. И умею подбирать подходящих конфигурации всего этого. О, бля. Не! Сука! Я, блядь, в... Искусство требует жертв, милый. Искусство требует не жертв. Искусство, прежде всего, требует времени. Искусство требует, чтобы ты замолчал. Какой-то дисбаланс, если честно, со стороны игры. Когда пиздец тяжелая битва, если ты там, ладно, пропустил Леонор, но, блядь, когда у тебя пиздец, когда у тебя практически нет какой-то момент хил, это странно. Но еще страннее, когда на этом фоне, когда ты уже проходишь обычно уже какую-то локацию, или путь локации, тебе дают до хрена аптечек, а какая-то странная логика. Ну или я что-то не понимаю. Сука. Отвалитесь, блядь. Сука. Сплошь и рядом, блядь, вы. И дайте тебе спокойно отдохнуть, блядь. О! Сейф-комната! Отпустите меня! Я хочу к этому шкафу. А, пустите, пусти, Леонора, пусти, ты же можешь. Или... Ну, или как посмотреть, да. Блядь, ты же можешь, у тебя же крюки есть. Ты можешь, блядь, если впустишь, если они придут в свою комнату, просто захуярят всю. О, этот вернулся, этот красный крендер. Вовчики, блядь!
Ебать, вовчики вернулись. Вовчики, это конечно, ой-ой-ой, блядь. Ой-ой, вот именно, ой-ой-ой. Блядь, вот уже. И они вернулись. Все, вернулись. То есть это типа вторая фаза этой локации, да? Ни хрена себе. Ну и ни хрена себе. А я думаю, он передохнул тут. Нет. А ни хрена подобное. Ебать. Все. Бля. Отпусти, отпусти, отпусти меня, отпусти. Ёпта, блядь. Бля, ебать, конечно, они сейчас подсовывают сейчас олдскульных персонажей. Ну, олдскульных, значит, типа, из основной компании. По-моему, игра просто хочет меня взять и разъебать просто по полной. Она, по-моему, просто думает, что я включил очень-очень сложный режим, и поэтому такая, давай, сражайся. А я играю на обычную сложность, понимаете? В общем, дело. Прям это слишком много противников в одной комнате, но это прям слишком много, даже особо не скроешься. Я, конечно, не прошу, чтобы прям там было куча мест, типа, для пряток, но как бы, ну, так прям в зажатых условиях, но это прям надо, не знаю, чтобы прям гигачатом стал мгновенно. Глеб, когда ищет справедливости в играх. Глеб, когда хочет получить пизду. Глеб, когда всегда. Глеб, когда хочет добро. Даже чаем не угостили. Питера. Нет, просто они пьют бензинчик. Керов, ты гость. И суть. Ух, сука. Пиздаем, блядь. Захуярли их, конечно. И выебал четко. Ну, сука, чё, сами напросились, блядь. Сейчас пока почитаю этот мясочек. Стоп. О, Ласточкин. Любимая вайфу Кирилла, кстати. Кто помнит мое прохождение основной кампании, тот понял шутку. Да, вот про бит хочу сказать, это какая-то еще жизнь, если честно. А тут что? Типа обычное сохранение или могло быть обычным сохранением? Могло быть. Да, вообще жесть. А, я не понял. Я типа намек на то, чтобы сначала я капсу положил. По-моему, кого-то опять комплекс послал нахер. Так не говорят, что мне придется переиграть заново. О да, хлебуш, оно самое? Ты не рад? Очень, блядь, конечно, рад. Ой, тут что? Стоп. Чтоб не забыть. О, Захарова Харитона. Типа это девушка-архитектор, что ли, с Китая? О. Дмитрий Сечин. Какой еще, блядь, Сечин? Ебанулся? Ну ты реально позор всего коллектива! Сказал человек, который из раза в раз проваливает задание. Да пошел ты нахуй, конченый! Предлагаю отвлечься на что-то более серьезное. Профессор, как вышло, что голосом советского искусственного интеллекта стала вдруг китайская девушка? А, Линь Хуинь. Хуиль, блядь. 3 года назад в составе международной делегации архитекторов предприятие посетила товарищ Линь Хуинь. Блять, мне смешно. Покорены ее обаянием и знанием литературы. Ох, какой голос мелодичный. И ее решение подарить свой голос Элеоноре обрадовало как наших гостей. Пиздец, конечно, обрадовали этим. Сам Захаров идею похвалил. Но вы должны сознаться, в китайскую версию прошивки влезли. Верно говорите. Уж больно интересно стало. Вот все у вас хорошо. Но уж больно любознательны вы. Когда Элеонора стала проявлять такой нездоровый интерес, ее отключить пришлось. Цыганов вон, Всеволод, младший лаборант, аж по вентиляции с топором лез провода ей рубить. Я понял, бы так же поступил. Молчу. Не хотелось бы видеть, как похотливый автомат мир захватывает. Что? Ничего! Ничего себе. Ее голос — это голос китаянки. Обалдеть. Судя по всему, мне придется опять перепроходить эту битву, блять. Ну, блять.
И пусть только не попробует, блядь, сказать мне опять, что я что-то не досмотрел, блядь. На, сука. Четвертая пошла. Утром Буса, вечером любовь. Или наоборот. Блядь. Стоп, а там что? А, это продолжение локации, да? Коллектив продолжает утомительные и опасные процедуры с каждой минутой. Коллектив становится все более утомительный. Уровень знаний участников коллектива полностью исключен. К сожалению, с каждой минутой коллектив стремительно растет. Мы бросим на произвол судьбы даже самых заблуждающихся. Да там настоящая война идет. Элеонора, это тебя по-прежнему не интересует? Меня интересуешь только ты, дорогой. Остальные людишки скучные и примитивны. Склад. Я же могу прямо из склада взять и нужно мне оружие. Отлично. Я же забыл. Я же совсем забыл. Я же дуралей. Бармали ебать. Я не знаю, я пока походил бы так совсем этим. Ну, если только у меня будет совсем переполненный рюкзак, наверное, придется. Пока особой необходимости даже не вижу. Да я могу хоть сгущенку себе взять с собой. Выпью с удовольствием. О, у меня карта. Теперь доступна. Теперь могу видеть, что происходит. Коэффициент абсорбии, повышенная эффективность заполнения циркулярного магазина. Ладно. Магнитная противофаза противоречит технастазис, отталкивает противника от источника. Допустим. Активная магнитная защита. Я принял скорость, Саша, классический силовый, скорость время газа. Скучно, заткнись, заебал! Коллектив продолжает покорять мир семьями. О, опять ты. Опять вовчики. Ты тоже тебе нужно сыграться? Продолжает покорять мир семьями. Теперь идет рад. Все сверли. О! Что ты хочешь от меня? Что ты хочешь? Считай. Да, сука. Так, это электро, окей. Стоп, я не понял. А я то, что так по себе не сделал? Сука. Да, доступ разрешен. А, надо создать же, да. Все, отлично. О, у меня открыт какой-то чертеж. Плохо. Доступ разрешен. Иди сюда, гуси. А, опять ты. Дайте мне нормально с гусом попадаться. Дайте мне сейчас подойду. Иди сюда, мудила, блядь. Тебя. Ладно. Он даже он охуел, типа, понимаешь? Как поспал, простит. А ну вернись, я еще не за... Береги гуся с молоду! Патрик, что тебе сказал? Ты сказал охуенную легендарную фразу. Не по нирке вам, товарищ, захотелось, ну получайте! Сейчас, давайте подождем, надо, чтобы он это сказал про меня. Да смеемушки! Не верещи! А, ну и уполз, да? Ладно. Но он, по сути, сказал фразу «братишка». Эх, зря ударил. Я бы послушал только «братишка, как поспал». Опа. Статуя Менделеева. Менделеева. Там под ней кнопка, что ли? Осторожнее, дорогой. Если на нее нажать, начнутся проблемы, к которым ты еще не готов. Сам разберусь, не маленький. Ах ты мой грубиян. Обожаю мачо. Окей, значит здесь что-то будет очень интересное. Пиздец просто будет интересно, что. Пока нажимать не буду, а смотрю, что здесь. Комнаты Меделеева делают. Вот сейчас стало играть интересно, сейчас вот это дополнение. А так казалось, что, блядь, ну, что-то либо мало, либо слишком. Здесь, по-моему, идет какой-то уже баланс. Нажрались.
А то что? Что-то не особо интересно. О! Руководитель предприятия Сеченов. О. Надо почитать. Вот здесь Сеченов прям просто вот этого Лебедева нашего разъебывает по фактам. Потому что реально, как человечество будет вдохновляться, собственно, научными достижениями, если нет как бы при себе каких-то таких даже выдуманных, но примеров, которые вдохновляют человечество что-то делать и добиваться. Вот я здесь Сеченова более чем разделяю его позицию. А я разделяю позицию тех, кого ты заебал. Кстати, мне нравится, что они в этом дополнении сделали комнату с Элеонор более такой элеонорной. То есть надо просто здесь собрать достаточно лут, походить, чтобы потом сражаться. Стоп. В смысле, это что, арена, что ли? Не, ну в арену не надо. Я подожду тут еще раз. Ай, сука. Ай-яй-яй-яй. Сейчас заряжу, блядь, трава, и буду вас хуярить, блядь, направо налево, суки. Ебать. Я аж обосрался, нахуй. Да, блядь. Сука. Вот Кирилл бы меня вот за такой назвал бы самым настоящим мистодионистом. Я проверяю насилие над мужчинами. Ебать, конечно, я так сказал. Именно в таком ключе про мисогинизм. Про женоненавистничество в контексте, что это мужчина, не женщина. Ебать. Расхерачки вас все, блядь. Рот вас... Что, еще подмога, да? Подмога пришла? В игре нельзя не попотеть, это точно. Ну нахуй, ну нахуй, ну шлёпок ты. Иди сюда, блядь, сквозь ты прыгай. Там ты, конечно, ругаться. О, остров невезения играет, как основная компания. А тут что у нас? Угу. Скажу сразу, в этих словах я нахожу, как бы, отсылку на нашу с вами, ребята, реальность. Кто-то поймет это по-своему, но в любом случае, многое из того, что мы поймем с точки зрения отсылки на нашу реальность, оно, как бы, одинаково, идентично. Да, как бы человечество так или иначе должно стремиться как бы, к миру, разговору, коллаборации. Но проблема в том, что мир наш настолько сложно устроить специфичен, что даже тема убеждений, разговора, даже про политику вызывает определенный диссонанс в нашей голове, как и у меня. Так что, несмотря на то, что, что мир наш сложен и он ругается, все-таки важно понимать, что есть возможность что-то исправить. Так что, миру мир, навеки. Перемен требуют наши сердца глаза. Поет Цой. Да. В принципе, вот такая музыка. Я, конечно, не особо фанат такой музыки, но она, в принципе, вызывает определенную ностальгию у меня. Она немного связана у меня с временами, не знаю, когда я еще ездил в Финляндию много раз в детстве.
это эстетика поездок в города, в какие-то европейские мегаполисы. И вроде меня, так сказать, тогда подобная музыка частенько у меня присутствовала в моей жизни. Даже когда я играл, блин, в Gran Turismo, по-моему, третья часть у меня была на PlayStation 2 метро. Снимал улучшение, вы получаете назад ресурс. Голос были хрен, не помню. А, эти по кругу. Ну, если уж, типа, готовиться к битве, то это надо прям, чтобы, ну, это надо в себя прям бахнуть себя. Это тебя по-прежнему не интересует? Меня интересуешь только ты, дорогой. Остальные людишки скучные, блин. О, ни хрена себе, сколько у меня патронов. Навезло. Ну что, ребят, готовы? Сейчас будет жопа. Полная. Жопа будет полная, ребят. Кажется, я понимаю, к чему. О, да, ребят, сейчас будет весело. Прям жопа. Это босс. Бус. Бус-босс. Бус. Мегабус. Ну что, ребят, погнали! Погнали, бля! Люстра может послужить в качестве оружия. Попробуйте выстрелить. Окей. Грей слишком здоровая, меня так надолго не хватит. Ебать. Ебать. Dark Souls. Сразу же подходить ты не могла? Ты же сказал, что берешься сам. Твою мать. Пиздец. Все, люстры кончились. Теперь остается только... Просто вы пиздец. Да, блин. Свалил нахуй, блядь, от меня. Ой. 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 Ладно. Но я все равно прокачиваю. Пизда вам, блядь. А чё вы хотите? Только пизда и всё. Пизда и только. Ладно. Я не слишком громко кричу, потому что... Ой. В смысле, это что, вторая фаза? А, осталась левая рука, потому что мы одну побили, а вторую... Ой. Так, ну здесь надо быть поаккуратнее, потому что у меня, короче... Ты чё? Ну, у меня, по крайней мере, есть повод для того, чтобы полутаться. Это главное, не попасть под... Бежаем! Бля, обидно. Все, сука. Развалить, блядь. А смысл? Это только третья фаза, что ли, его будет, что ли? Ну, только третья фаза, что ли? Да. Так и вот. Блядь! Теперь средняя рука. Нихуя себе. Ну жопа. Я, наверное, все-таки реально сдох. Ну сдох, блядь. Значит, получается, надо сначала победить одну руку, потом вторую, а потом, получается, среднюю руку надо победить, все. Так и вот. Блядь.
писарь не рука. Нихуя себе. Нет, ну жопа. Я, наверное, все-таки реально сдох. Ну сдох, блядь. Так попробую собраться в что-нибудь еще. Это четвертая фаза, что ли? Какая милая бусинка! Она больше других. И будет восхитительно смотреться в самом центре моего места. Я сам охуенно. Пошли в раз. Язычный долбанёк! И манитки вам, товарищ, захотелось. Ну, получайте! Боль у меня, бля. Вот, сука, вот отвечаю, вот, блядь, вот такое нахуй, вот. Чтобы в жизни? Да ни за что. Сука. И не надо никаких лагов, как по широк. Все, блядь, заебали. Опять это лаг, что ли? Вот это, ребят, конечно, это вообще, это такая ржумба, такая жесть. О, наконец-то у меня будет своя снова взрывчатка. Так, что почитать есть? Пиздец. А ну, под запись говори, что ты сделал? Ну... Алена, я же не хотел, я... Говори живо, я сейчас ругаться буду! Ладно. Я, пользуясь своими исследованиями, изготовил состав, который... Ну, который... Да что ты мямлишь? Вот как мне признался, так и скажи! Да я просто хотел, чтобы между нами возникло чувство. И подумал, что... Как еще эту проблему решить, если не с помощью химических процессов? То есть ты приворотное зелье сварил, верно, Ваня? Говори! Ну мы же не в сказке, Ален. Я просто хотел тебя на свидание позвать. А ты же у нас такая... недоступная. Тебе ж только самых умных подавай. Во-первых, это неправда. Во-вторых, если бы ты Саня. Мне сразу эту формулу показал, то я бы без размышлений пошла. Состав-то Саня. Гениальный, Вань! Так... Может... Может,
Теперь сходим? Не знаю. Даже не знаю. Но если ты еще хоть раз такое сделаешь... Понятно. Посмотрим, что будет далее.